Еще хочу заметить, что всегда в России я приобретаю гиалуроновую кислоту, ДНК, наверное, ДНК, я не знаю, как это правильно назвать. Это гиалуроновая кислота для ухода за кожей. Стоит сущие копейки, расход у нее очень быстро идет. Каждый вечер, в вечернем уходе, я добавляю 3-4 капли этого средства на ладонь, смешиваю вместе с ночным кремом. Не забываем о том, что гиалуроновая кислота наполняет, естественно, влагой кожу, она в ней удерживается. В принципе, это полезное мероприятие. Не как скажу, какие-то морщинки уменьшаются или нет, я этого как-то не замечала. Но, как минимум, очень хорошо разносится по лицу крем, потому что ночной крем более густой, да, более плотная текстура у него, в отличие от дневного. И вместе с этим средством очень классно скользит по лицу, хорошо впитывается, никакой липкости от чего-то не остается. В общем, я очень довольна. Присмотритесь, мне очень нравится, стоит это не очень дорого покупать их. Ну, мне такой одной штучки на месяц, наверное, хватает. Здесь 10 мл. Я использую около 10 капель, наверное, прям так нормально наношу это средство. Я думаю, что многие знаете, да, это продается во всяких магазинах простых, где любую косметику можно приобрести. И не нужно забывать о том, что это средство нужно наносить на увлажненную кожу, предварительно хорошо так смочив ее тоником для лица. Средство огонь, мне очень-очень нравится.